Кстати, многие из вас спрашивают, при каких заболеваниях голодание наиболее эффективно. Естественно, вы можете посмотреть мою книгу «Голодание в лечебных целях», где имеется вот такая таблица доктора Махичина. И вот он как раз говорит, при гипертонии улучшение 100%, колит очень сильно помогает, свищи прямой кишки и прочее, прочее, прочее. То есть вот она таблица, вы можете посмотреть и узнать, стоит ли этим делом заниматься или не стоит.